Приветствую вас, дорогие друзья, у микрофона, как всегда, Рамзес. Ребят, перед началом, пожалуйста, поставьте лайк, мне будет очень приятно. Также не забывайте подписываться на канал. Сегодня играем на таком замечательном зомби-серии, ребят, здесь никогда не играл, так что всем советы, ребятушки. Залетайте, обязательно будем вместе играть. Айпишка серая, как всегда, под описанием будет. То есть здесь, ребят, очень крутые вот такие уже эмочки, видите, пистолетики, все такое. То есть очень все круто, давайте все выбросим, глок, то есть новогоднее все, ребятушки. Сразу огненную гранату, о, блин, не выбросил, давайте огненную. Граната вот такая, ребятушки, и заморозочка вот такая, красивая, у меня руки уже, смотрите, какие. Я на этом сервачке, ребятушки, сейчас скажу вам, кто владелец, то есть купил владельца. Владелец здесь недорогой, вроде бы я 200 рублей дал или сколько, сейчас я вам точно все скажу, но онлайн здесь просто космос, конфетка просто, ребят, вот так сказать. Сейчас я вам все покажу, все расскажу. А, заранее забыл сказать, ребят, чем, если вы покупаете, ну сейчас я вам покажу цены перед игрой. Смотрите, меню привилегий, вот, покупка привилегий. Смотрите, создатель стоит 150 рублей, то есть все привилегии продаются только навсегда. Кто хочет, может покупать, ребятушки, вот так. То есть, смотрите, создатель 150 рублей стоит. Если вы покупаете выше создателя или самого создателя, у вас становится бесконечно ампаки. То есть, ребят, смотрите, вы можете затариваться. Вот, смотрите, у меня 1000 паков было. Сейчас давайте купим вот пулемет ПКМ за 73 пака. Опа. Видите, ребят, у меня деньги ничего не снимаются. То есть, понимаете, ребят, то есть это очень круто, я считаю. То есть, у вас бесконечные паки будут. То есть, вы сможете друзьям, всем кому угодно, выдавать и раздавать паки, ребятушки. То есть, ну, не паки, а то есть оружие. Покупать все, что сможете. Все, что есть на сервере, вы сможете покупать. То есть, вот так. То есть, я купил владельца, ребятушки, я потратил за владельца, ну, как говорил, 200 рублей. То есть, ну вот, мне очень нравится эта привилегия здесь. Ее будет достаточно, вам скажу. Вот так, ребятушки. Ну, кто хочет, может полностью весь сервер, там, консоль купить. Все вот это вот. Давайте сразу, ребят, начнем показывать вам оружие. Давайте джетпак пока что выбросим в стороночку. В стороночку выбросим. Так, автоматы я вам не буду показывать, ребят. Просто покажу, вот как они стреляют быстренько. И начнем играть чем-нибудь. Нужно какую-нибудь пушку найти, которая будет подходить. То есть, видите, ребят, у меня ни одного пака пока что не снялось. То есть, это очень круто, очень годно. Так, давайте, опа, и семерочка. ПКМ пулеметик вот этот вот наш с вами, который я вам показывал. М2, так, М2. Так, дальше вот такой пулеметик, прикольно. Но здесь разброс очень большой, как вы видите, ребят. Пулемет, о, миниганчик здесь очень крутой, прикольно. Здесь, кстати, разброса минигана практически нету, то есть он вот так прикольно выглядит, ребят, то есть очень круто. И джетпак в обычном магазине, серьезно, ребят, 35 паков стоит обычный джетпак, то есть вы понимаете. У вас при том, ребят, еще... Как сказать вам? То есть, смотрите, М293. То есть, вы сможете выбрасывать эти джетпаки М23. То есть, вы сможете выбрасывать эти джетпаки. То есть, блин, вы понимаете, ребят, насколько это круто. Прям вообще-вообще круто. Так, давайте вот еще телепорт. Купить телепорт за 10 паков. То есть, понимаете, ребят, на F нажимаем. И мы оказываемся вот здесь. То есть, понимаете, ни на каком сервере, я уверен, вы такого не видели, ребят. Только вот на этом есть. То есть, телепорт, вы понимаете, ребят. То есть, это очень круто и очень годно. То есть, только давайте, ребят, сразу броню себе закупим. Лимит брони здесь 500, я так понимаю. Да, и мы можем покупать лазерных мин, кстати, еще М24. Вот такие лазерные мины, сейчас я вам покажу. Синенькие такие, ну, стандартные обычно. Ничего здесь такого необычного нету, вот. Так, а как я так за секунду все патроны выстрелил? А вот, все, окей, отлично. Так, пистолет, ребят, здесь два пистолета есть. Вот такой и вот такой, в принципе, все. Вот, кстати, вот этот прикольный пистолет. Он стреляет, смотрите, как, типа два их. То есть, прикольно тоже вот так вот выглядит. Все, то есть, смотрите, как мину еще поставил, прикольно. Ладно, ну телепорт, ребят, это вещь. То есть, 10 паков стоит, для владельцев будет бесплатно. То есть, мы нажимаем F, и мы здесь, то есть, сейчас вот. Опа, и мы здесь оказались. То есть, нигде такого нет. Вот, допустим, мы хотим там оказаться за секунду. Нажимаем, блин, не сработал, нужно выбрать конкретнее. Опа. И мы оказываемся вот здесь. То есть, вы понимаете, ребят, насколько это круто и удобно. То есть, и у вас при том паки не тратятся. Вот, допустим, хотим оказаться здесь. Нажимаем. Нажимаем, я сказал. Телепорт можно получить 3 раза. А, то есть, только 3 раза за раунд. Но все равно круто, я считаю. То есть, вы купили и можете воевать, так играть, все такое. Ну, очень круто. Дальше. Давайте, ребят, классы зомби. Классик баланс, большой ловушка, жесткие прыгает высоко. Ведьма мыши на G.
Так, гробовщик поставит на G, что-то гробы, скорее всего, ставит, ребят. Ну, вы сами понимаете это все. Скалолаз VIP лазит по стенам. Давайте чекнем, ребятушки, я хочу... А, блин, ну мы не зомби пока что, потом посмотрим с вами. Я здесь часто буду играть, то есть онлайн, здесь модельки. Ну, просто чекните онлайн, ребят, 20 человек точно есть. То есть даже вам скажу сейчас. 20, да, ровненько 20, я прям угадал. Далее, Димас для админов. Быстрый для супер-админов. Реверант для создателей. Синий реверант для владельцев. Апокалипсис для владельцев также. И телепорт для главных админов. То есть понимаете, насколько здесь сколько классов зомби. То есть это очень круто, ребят. И очень, блин, годно. Так, давайте дальше. Ама меню для ангелов, да? И для кого? Давайте выдать, забрать, выдать. Кому? Можем лично выдавать и можем кому захотим. Себе, вот, к примеру, 1000 паков. Давайте, опа, выдать. А как здесь выдать, выдать, выдать? На какую нажимать, ребят, циферку? Ну, то есть вот так можете выдавать паки кому угодно. То есть это очень круто. Круто. Смотрите, ребят, сколько ножей. Двойные лазеры дают броню. Давайте кнайф пропишем. Кнайф. Когти дракона для випов. Вот такие, ребятушки. То есть, смотрите, это для випов. За 5 рублей у вас такие когти будут. Кстати, скорость добавилась, ребят. Скорость добавилась, я уже вижу сам. Клинок вождя для админов. Вот такой вот. Прикольно, согласитесь. Вот такой, офигенно. Просто, ну, космос, космос. Так, а почему мы сейчас не можем, вроде бы, да? Да, нам нужно ждать, я так понимаю, ребятушки, смены раундов. Да. В начале раунда только можем чекать вот это все. Ну, давайте с админом, клинком админа побегаем. Ну, кстати, как будто молнией какой-то. Или он, кстати, молнией, скорее всего, и бьет. То есть, вы видите сами, ребят. Опа. То есть, вот так. Давайте сейчас мы посмотрим, посмотрим. Давайте. Опа. Да, смотрите, ребят. Да. Смотрите, офигеть, прикольно. Прикольно, давайте убьем его, убьем. А, он бешеного зомби купил. А, и возродился. Блин, вот не задача, ребят. Вот не задача, так не задача. Давайте купим телепорт. Телепорт. И телепортнемся вот туда. Опа, и мы оказываемся здесь. Вообще просто не нравится, ребят, этот телепорт. Так что обязательно покупайте, кто хочет привилегии. Сервак реально годный. 21 человек онлайн, тем более. Вообще космос. Так, с меню привилегий. Самое интересное, самое вкусненькое, ребят. Випка 5 рублей стоит. Здесь можем все вот это брать. Супер оружие. То есть эмочка вот такая. Дальше мы можем показать арбалет вот такой, смотрите, ребят, какой арбалет прикольный. Дальше что у нас идет? XM8, что-то вот такая вот Азимов какая-то пушка, ребят, раскраска как у Азимова. Ну, вы поймете, я думаю. Так, дальше у нас идет RX 160. То есть вот такая пушечка. Так, дальше переходим на меню админа. 25 рублей стоит. Также берем броню. Все, у нас 1000 брони. Здесь лимит брони просто неограниченный, я так понимаю. То есть очень круто. Вот такая вот скашка, ребят. Как знаете, как она выглядит? Какой мне напоминает? А это кто, ребят? А это кто у нас такой? Напишите в комментариях. Я его убил, ребяточки. Ну, напишите в комментариях, кто это такой. Просто, блин. Кстати, сколько нас сносит, ребят? ВСК баф. Вы видите, сколько нас сносит? То есть, это пипец. Я зомби с 5 пуль убил с этой ВСКшки. Дальше, Гатвин вот этот идет. То есть, ну, у него разброс, ребят, ни о чем, ни о чем. Эту пушку не советую брать. Давайте вот эту. Вот эту тоже, но ВСК топ, ребят, ВСКшка топ. М8-2-1. Тонатес это мы взяли. 1-4. Подождите, еще один раунд. Тут один раз в раунд, я так понимаю, брать можно. Так, дальше у нас, ребятушки, что идет? Меню создателя, также берем броню. Жизнь у нас 1200 брони. Вот, кто это, в комментариях напишите, ребят, обязательно. Я просто не знаю, что-то он так светится, непонятно как. Ладно, давайте дальше. Давайте дальше, оружие. Вот какое-то оружие взяли. Сейчас мы его завалим с этим оружием. А, его уже завалили. То есть прикольно, вот такое, такая пушка, смотрите. Опа, М8. Давайте 4. Штурм. А что, он типа сильный? Я так понимаю, должен быть 5700. А, не долетело вообще. Что-то наши патроны с вами, ребятушки. То есть перезарядка здесь. Значит, оно очень мощное. Но я проверять не буду, ждать. И М14, последняя пушка. Найс, нас заразили. По стенам должен лазить. Или как, на какую? Подождите, ребят, я просто не помню. Что там, на какую лазить? Граната вирус у нас есть.
Или нет, нету, нету уже у нас гранаты вирус. Класс зомби у нас на G. На G, на G, на G. Не знаю, ребят, напишите в комментариях, как, я просто не понимаю. Это оружие нельзя выбросить. Может, наверное... Не знаю, ребят. Не знаю. Так, с М8. Так, с... только людям можно брать оружие. Окей. Меню владельца, главного админа. То есть, вот это нам недоступно. Вы не главный админ, потому что я не купил главного админа. И меню главного админа 2. То есть, будет добавляться там, ребятушки. Меню владельца, супер оружие, выдать привилегии также можем выдавать. То есть очень все круто и годно, ребят. Ух ты, у нас такой хвост. От третьего лица интересно, можно посмотреть? Нет, к сожалению, скорее всего, нельзя. Так, а где наши руки пропали с вами? Я не понял. А вот, все, появились. То есть он хвостом как будто бьет. А вот у нас такой, ребят, он крутой. Смотрите, у нас... Офигеть, круто. Ну, мне нравится, ребят, вот так хвостом бьет просто. Ну, круто, круто тень, круто тень, круто тень, ребятушки. Так, ну что, давайте, в принципе, будем ждать следующего раунда, ребят. То есть, со следующим раундом я, наверное, включусь как раз. То есть, мы с вами покажем вам, покажу вам ножи и все такое. Ну что ж, ждем, ребятки. Новый раунд сразу же. Клинок вождя, волчьи клыки, заморозка вот этот. Я быстренько вам покажу. Плазменный меч. Далее у нас идет ядовитая что-то коса. Вот, ядовитая коса, отравление для супер-админов, но она очень годно выглядит, ребят, согласитесь, прям, вот так она выглядит, ребят, для главных, для супер, подождите, для кого? Коса, для супер-админов, и для владельцев, ребятушки, Хаммер Гвардиан какой-то, вот такой, ну, он так себе, ну, мне не очень нравится, но вот мне эта коса вообще, ребят, и Синий Король Антидот, ребятушки, вот такой, вот это реально тема, вот это мне нравится, Вархаммер такой просто космос. Рамзес Инфекция, это первый пол, не понимаю, я первый зомби, ну, что, давайте стоять около стенки, ребят, пускай нас убьют. Найс, у нас уже практически убили, сейчас нас убьют. В принципе. Так что инфекцию распространять, я думаю, не буду. Вот, бац, и нас убили. Люди победили заразу. Отлично, ребят, то есть, блин, ну круто, круто. Вархаммер просто космос, вообще крутой, ребят. Крутой Вархаммер просто космос, космос, космос. Вот так, ребятушки, ну что, в принципе, буду заканчивать, наверное, вам понравилось. Я думаю, эта серия, то есть, сервачок реально прикольный, реально годный. Так что советую вас всем. Вот смотрите, какие анимации, какое круто. Обязательно покупайте, ребят, кто хочет привилегий. Будем здесь играть, выживать, с вами развивать. И все такое. Ну, в принципе, все. На этом, думаю, буду заканчивать. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, а с вами был я, Рамзес, ребятушки. И всем удачи, и всем пока. Пока-пока.